А эти кадры дрифтующей «Волги» прислали нам возмущенные жители села Урик Иркутского района. На протяжении многих лет они борются с ночным шумом. Авторы видео сообщают, что живут в самом центре населенного пункта. Рядом на площади собираются автолюбители на машинах. Водители и пассажиры распивают спиртные напитки, громко включают музыку. Самое страшное, там устраиваются экстремальные гонки. В результате прямо в окна и стены дома летят камни. По словам жителей, причина подобного беспредела при попустительстве местных властей – круглосуточная торговля алкоголем в местном магазине. Из-за этого по ночам там устраиваются не только автогонки, но и происходят жестокие драки. Однажды после подобного инцидента подожгли машину, которая взорвалась рядом с жилым домом. На многочисленные просьбы селян пришел один ответ. Владелица магазина понесла административное наказание. Но торговля спиртным продолжается до сих пор. Люди уже не знают, к кому обратиться и у кого просить защиты.